Лактіалів – подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Карачи – мегаполіс на юге Пакистана. Крупнейший город страны и один из самых больших на планете. Только по официальным данным здесь живет 16,5 миллионов человек. Это больше, чем в Лондоне, Берлине и Киеве вместе взятыми. А по неофициальным – до 40 миллионов. Здесь находятся самые красивые и популярные пляжи страны, на которых непрерывно кипит жизнь. Круто! Это нереальный кайф! Карачи – место с тысячелетней историей. Город, в котором смешались люди и древние традиции со всех уголков Пакистана. Это большой секрет. Никто не должен из посторонних увидеть, что происходит там внутри. Тут обитают не только экзотические животные, но и мистические существа из легенд и мифов. Глаз просто отказывается верить в то, что это реальность. Карачи – это эпицентр жизни всего Пакистана. Он был столицей до 58 года, потом потерял этот статус, но остался крупнейшим торговым, бизнес- и промышленным центром страны. И мы начинаем изучать изнанку Карачи. Поверьте, это особенный город со своей уникальной спецификой. И эта экспедиция нам точно не забудется. Очень пестрый, контрастный город. И здесь всегда многолюдно, всегда шумно. Всегда сигналы машин, всегда вот такие красивые автобусы. Посмотрите, это произведение искусства. Я сейчас перехожу дорогу прямо вот так. И это на самом деле нормально. Так делают. Я хочу перейти на центральную площадь. Спокойно рассказать вам про этот очень неспокойный город. В 2013 году авторитетное американское издание даже назвало Карачи самым опасным мегаполисом планеты. И это не было преувеличением. За наш период пребывания, мы где-то 3 недели в Пакистане, здесь уже было 2 теракта. Взрывали автобусную остановку и здание. Когда в Карачи происходит теракт, в котором погибает, это, конечно, некорректно говорить, но не очень много, как считают тут людей, это считается чем-то таким, что вообще не удивляет. Если взять историю за 30 лет, то самые громкие случаи – это, безусловно, угон самолета в 1986 году и убийство американского журналиста в 2002 году. Именно поэтому, когда иностранцы приезжают в этот город, особенно журналисты, особенно с дорогими камерами, они предпочитают работать с охраной. Но гарантировать полную безопасность здесь вам не может никто, потому что даже самая сильная, самая мощная охрана не сможет защитить вас от взрыва, от теракта. Даже первые лица государства здесь оказывались в смертельной опасности. В 2007 году в Карачи прямо на шоссе подорвали кортеж с бывшим премьер-министром Пакистана Беназир Бхутто. Теракт унес жизни не менее 140 человек. Еще около 500 были ранены. Мы покажем вам изнанку этого невероятного города. Но эти съемки будут особенными, ведь в таких условиях нам работать еще не приходилось. Впервые в истории программы «Мир наизнанку» я перемещаюсь по городу вот так. Сзади у нас 2 вооруженных до зубов охранника, охранной структуры, которая обеспечивает безопасность иностранцев. Важно отметить, Карачи очень сильно изменился за последние несколько лет. Здесь было опасно даже выходить на улицу. Грабежи, взрывы, кражи – все это не удивляло. Тогда городом, по сути, правила мафия. Но в 2015 году государство приняло жесткое решение и попыталось сделать почти невозможное – избавиться от бандитов, которые, по сути, и правили городом.
всех криминальных персонажей стали жестоко и безжалостно зачищать. И в итоге из года в год беспорядков становилось все меньше, а город становился спокойнее. Нельзя сказать, что сегодня Карачи безопасен на 100%. Процесс избавления от преступности продолжается. Но и нельзя сравнивать его с тем Карачи, который был тут до 2015 года. Сегодня в городе уже есть районы, где можно жить более-менее спокойно. Но обеспеченные люди, официальные делегации, дипломаты, политики и другие лакомые мишени для преступников все еще перемещаются с охраной. Пикапы с автоматчиками в кузове пока еще одна из визиток города. Оружие в руках здесь вообще не удивляет. Скажу, я чувствую себя некомфортно, непривычно, но таковы правила. Вот, друзья, мы сейчас едем по центральной части города. И что самое опасное? Самое опасное – это когда у вас какие-то ценности. В случае с оператором Сашей – это его камера. И, конечно же, охраняют Сашу отдельно. Мне, например, сейчас нужно снять в банкомате деньги. И вот можем посмотреть, как этот процесс происходит в Карачи, когда ты находишься в сопровождении вооруженной охраны. Ой, господи, спасибо. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Сальман Абдулима. Действительно настолько опасно, что нужно в банкомат ходить с охраной? Да. Это для вашей безопасности. И вот что может быть? Идет иностранец себе по улице. Кому он нужен? Что может произойти? Здесь произойти может все, что угодно. Могут подойти с пистолетом, отобрать телефон и кошелек. Мы ждем, когда из банкомата выйдет человек. Один охранник стоит здесь, второй охраняет периметр. С другой стороны, чтобы ко мне не было подхода. Это их стандартная инструкция. А в самые опасные зоны с нами будут ездить еще спецназовцы, команда. То есть те люди, которые владеют приемами, служили в армии, в полиции и работали в спецподразделениях. Вы меня сейчас сразу спросите, зачем ты нам показываешь это или скажете, что после этого я в Карачи не поеду? Нет, друзья, сюда можно ехать, если вы не носите большие суммы денег, если вы живете в пятизвездочном отеле, если у вас есть гид, и он возит вас только по туристическим местам. Ходить же куда-то в подворотне без охраны действительно опасно. Хочу еще раз подчеркнуть. Мы в Пакистане, официальная делегация, и привлекаем внимание. У нас всегда дорогая техника. Мы всегда едем туда, куда другим иностранцам не рекомендуют или запрещают. Поэтому, в отличие от туристов, мы вынуждены работать по другим правилам. Конечно, в городе есть места, где можно вполне обойтись без охраны. Но есть и такие, где даже с охраной лучше не появляться. Мы покажем вам и те, и другие уголки Карачи. Настоящую изнанку, которую увидели за 2 месяца жизни в этом невероятном городе. Вот наша машина стоит, мощный джип. Вот, видите, есть спецсигналы. Вот, есть антенна, глушилка, есть мигалка. Вот, есть бампер металлический, очень жесткий, посмотрите. То есть это бампер специально для таких ситуаций, когда, не дай бог, нужно удирать и таранить что-то. На этом заряженном внедорожнике мы мчимся на окраину города. Туда, где дороги принадлежат уже не только простым водителям, а еще и самым лихим сорвиголовам Карачи. Это легенды местных улиц, которые устраивают просто невообразимые, опасные, скоростные, подпольные уличные гонки. Пакистанский аналог стрит-рейсинга проходит в бедных районах мегаполиса, среди местных жителей. Иностранцу с камерой попасть на такое мероприятие не так-то просто, потому что и время, и место проведения соревнований всегда спонтанны. Поэтому для начала нужно найти гонщиков и попробовать договориться. К счастью, с этим у нас проблем не возникло, потому что гонщики – местные знаменитости, которыми восхищаются. А значит, очень многие люди знают, где чемпионов найти. Ребята, где дом гонщика? Вот, вот. За этими неприметными воротами живет суперзвезда самых экстремальных гонок Карачи. Именно здесь живет суперчемпион. Ассалям алейкум. Можно я зайду в гости к гонщику? Проходи, он тебя ждет. О! А вот, друзья, и человек-легенда. Ассаламу алейкум! Меня зовут Дима, вас как зовут? Анвар. Очень приятно. Я знаю, что вы местный гонщик, местный шумахер. Где ваш транспорт? Вот он. Если вы представили крутые тачки, рев мощных двигателей и запах горящих шин, это не про Пакистан. Здесь гоняют совсем иначе. Вот, друзья, раскрываем вам секрет.
Здесь популярны уличные гонки на ослах. Никогда в жизни не подумал бы, что ослы – это настоящие гоночные болиды в Пакистане. Мы привыкли, что ослы – это управляемые и медленные животные. Но в Пакистане придумали способ, как превратить их в сверхскоростных скакунов. Осел какую скорость может развивать? Наши могут 40-50 километров в час бежать. Это уже быстро, слушайте, это как на мопеде, как на мотоцикле в городе. Это вообще максимально разрешенная скорость в европейских городах. Существует много устаревших представлений о мусульманских мужчинах. Например, что их развлечение – это расслабленное курение кальяна и попивание чая. Но мужики из Пакистана уже много лет доказывают, что им куда ближе и интереснее адреналин и скорость, чем релакс. Яркий пример тому мы видели на фестивале гоночных быков. Ну, конечно, то, что творят эти мужики, это фантастика. Объяснению не поддается. Но этих гонщиков совсем другая стихия. Заезды посреди поля их не интересуют. Они настоящие стритрейсеры и гоняют прямо по улицам Карачи. А свои живые болиды прокачивают шокирующим способом. Главная проблема обычных ослов – вот эти мышцы. Они обычно слабые, и поэтому им больно быстро бегать. Нашим ослам мы развиваем эти мышцы, правильно кормим, делаем специальные массажи и уколы. И уколы? А что за уколы? Это допинг какой-то? Да, это такой допинг. Мы ставим ему капельницу со специальными препаратами вот в эту вену. Затем ослу нужно дать 15 минут на прогулку, чтобы он пропотел. После этого у него удваивается сила и скорость бега. Да, вы не ослышались. Чтобы ослы бежали быстрее, перед гонкой им вкалывают целый коктейль допингов. Какие-то стимуляторы вводятся в вену при помощи капельницы, и осел через 15 минут становится термоядерным. У меня завтра важная гонка. Я приглашаю тебя. Приходи и сам все увидишь. Спасибо за приглашение. Прикольно, друзья. Нас пригласили на гонку нелегальную, которая будет завтра. Где она будет происходить? Место я тебе сам покажу. Там мало машин, поэтому легко перекрыть ее для гонок. А как перекрывается дорога? Вы полицию просите перекрыть? Никакой полиции. Все делаем сами. У каждого гонщика есть команда. 10-15 болельщиков, которые перекрывают дорогу на время гонки. Вообще, друзья, как у нас ночной драг-рейсинг, знаете, когда собираются любители подрифтовать, погонять и проверить, чья тачка мощнее, ночью перекрывают дорогу. Все это нелегально, здесь то же самое, только с ослами, а не с машинами. Сколько у вас ослов всего? 6. Я немножко обнаглею. А можно я завтра не просто посмотрю, а попробую поучаствовать? Можно. Ты мой гость. Я дам тебе одного из моих самых быстрых ослов. Класс. Слушайте, я готов рискнуть. Тогда тебе нужно подготовиться. Пойдем, я научу тебя ездить. Для гонки животные запрягают в самодельную тележку. Состязания проходят на оживленной городской дороге, прямо в транспортном потоке, который могут ненадолго перекрыть сами люди. Важно отметить, что местные ослы и быстрые, и с характером, и сложные в управлении. Поэтому без опыта участвовать в гонке опасно. Шлемы тут носить не принято. А как и в любых нелегальных уличных гонках, здесь каждый сам за себя. И за свою жизнь тоже отвечает сам. Вот тележка, очень маленькая, очень опасная на вид. Господи, слушайте, а как же на ней удержаться-то, на такой тележке маленькой? Это я для тебя еще большую выбрал. Смотрите, размер этой тележки. А это что такое? Там внутри подшипники из мотоцикла. Во время гонки этим звуком подгоняют осла. Эй, тише, тише. О, видите, он пугает осла, и осел начинает бежать. То есть это вместо того, чтобы плеткой стегать, звуком пугают животное, и оно разгоняется. Вывели гоночную машину. Садись, проедься. Нет, давайте вы первый, покажите, как это происходит. Смотри, сидеть нужно вот так. Управлять так же, как и лошадью. Чтобы остановить, тянешь на себя. Поворачивать левым или правым поводьем. Смотри. Ого! Слушайте, ничего себе, рванул как, а! Причем по этой разбитой дороге, и это он говорит медленно. Ну, то есть, действительно, скорость километров 20 в час. Вот, смотрите, что творит. Стоп. Для местных гонщиков вот такое катание – обычная прогулка. Во время соревнований ослы набирают куда большую скорость. Но у таких новичков, как я, даже в таком прогулочном заезде могут возникнуть проблемы. Заберите, вот это лучше. Я вам отдам, а то я его разгоню нечаянно.
Друзья, моя первая поездка на осле. Ноги ниже. Так, давайте. Приготовились. Поехали! Слушайте, если его не тормозить, мне кажется, он и соточку разгонит. Ну что, обратно? Обратно. И пошли! Вот это да! Я его еле остановил. Он несется просто, как сумасшедший. Слушайте, я вам скажу, что действительно я... Такого не ожидал. Это фантастика какая-то. Скорость нереальная. Это еще не скорость. Вот на гонке будет скорость. Этот осел еще молодой и не натренирован полностью. Он еще не прошел все этапы дрессировки. Он еще медленный и тормозной. Наверное, это опасно. Вот вы падали лично сколько раз? Я падал не один раз. Однажды даже голову разбил. А покажите шрам. Его не видно, потому что травма была внутричерепной. Слушайте, внутричерепная, ух ты! Тут такая неровность, камера не передаст. Я влетел на полном ходу в такси. От удара вылетел в воздух и перевернулся. Друзья, это не художественный фильм. Это не изобретение Голливуда. Это Пакистан, и это реальная жизнь. Осел ударился в такси, гонщик, водитель осла вылетел, перевернулся через крышу такси и упал на асфальт, и выжил. Вы круче Тома Круза! Это всем так понравилось, мое сравнение жизни Пакистана с голливудскими фильмами, что народ просто разошелся. Почему вы были без шлема? У нас в Пакистане так принято. Без шлемов, без экипировки, даже тапки снимаем. Чтобы побеждать в гонках, нужно быть максимально легким и слышать свое животное. Но тебе лучше подготовить себе защитную экипировку на завтра. Хорошо, я до завтра достану всю защитную экипировку. Но какова вероятность того, что я навернусь, что я упаду? На все воля Аллаха. Но если что, я буду рядом и помогу. Как даст Аллах! Это реально очень опасно, но это круто, я не могу от этого отказаться. Это такой шанс, который бывает раз в жизни. Загоняем обратно, не будем больше травмировать животное перед стартом. Да, давай его во двор. Все-таки давайте на чистоту. Ну, вы люди азартные. Гонки – это всегда прикольно. Но есть финансовая сторона вопроса. Какие обычные условия на гонках? Перед началом гонки любой может сделать ставку. Победитель получает весь куш. На сильных ослов могут ставить и по 50 тысяч рупий. Во время ваших соревнований что обязательно должно соблюдаться? Главное правило – не навредить другому участнику. Зрители должны находиться перед и за гонщиками, чтобы им не мешали ехать. Фантастика, друзья. То есть гонка на дороге общего пользования, и там будут другие участники дорожного движения. Вот это нам предстоит завтра что-то особенное. Место и время мне пока не говорят. Это держится в тайне до последнего момента, чтобы информация не дошла до полиции. С какого возраста осел может начинать участвовать в гонках? Не раньше, чем в 1.5 года, а в идеале в 5 лет. Сколько живут такие осы? В среднем 20 лет, но бывает, доживают и до 35. Ух ты, долгожители! Да, но для этого нужно хорошо за ними ухаживать. Я своих кормлю фруктами, курагой, орехами, молоком с медом, полезными добавками, вареньем. И каждый вечер делаю специальный массаж. Многие люди сейчас посмотрят и скажут: ничего себе, я хотел бы жить, как этот осел. Курага, мед, орехи. Это в наших интересах. Без правильного ухода и затрат на хорошую пищу ослы не будут побеждать. А какой тогда смысл заниматься гонками? Слушайте, так а сколько же тогда в месяц уходит на этого осла? Примерно 50 тысяч рупий. Их кормят на 400 баксов в месяц и еще им вечерами делают массаж. Ну что, я готов наблюдать за процессом массажа. Идемте в спа-салон. Какой там спа-салон? Мы все здесь делаем. Можешь сам попробовать. Вот, держи.
Это металлическая такая штуковина, при помощи которой делают массаж осликам. А что дает массаж? Это их расслабляет, а еще чистит от пыли и грязи. Методом экспериментов подобрали форму оптимальную. Это железяка, и сразу, видите, в ней пыль появляется. То есть это и чистка, и массаж. Вот судя по тому, как он себя ведет, ему нравится. Он, видите, аж задрал голову, и мне кажется, он балдеет. Еще это помогает убрать ослу лишний жир. То есть массаж для похудения. Дальше нужно разогнать кровь и размять мышцы. Вот так. Вот так, друзья, берут, прикрывают локоть и локтем сильно нужно давить и массировать все места вдоль хребта. И ему явно приятно. Малой, приятно тебе? Это мой фаворит. У него уже больше 10 побед. А сколько денег он заработал? Нет смысла даже считать. Потому что все, что мы зарабатываем на гонках, уходит обратно на ослов. Мне интересно, а за счет чего вы живете? Если вы кормите ослов за 400 баксов в месяц, делаете им массаж и посвящаете им свою жизнь? Чтобы содержать семью, я продаю овощи и фрукты на рынке. То есть это хобби, друзья, хобби гонщика. Ослы не основное дело в жизни, на этом не зарабатывают. Сколько гонок в день способен выдержать осел? Может и 2-3, но скорость будет уже не та. Ну что, тогда отдыхайте вы, у вас завтра важный день. Отдыхает, пускай ослик. И завтра утром встречаемся. До завтра. Всего хорошего. Спасибо. Несмотря на то, что гонки на ослах в основном подпольные, на самом деле это очень древняя традиция. Сами гонщики из Карачи говорят, что она так же стара, как и сам город. Ослы были самыми дешевыми животными для работы, поэтому жители бедных районов в поисках адреналина начали тренировать их для гонок. С тех пор традиция не изменилась. Следующее утро, и мы возле дома гонщика. Сегодня ему предстоит супергонка. Ассаламу алейкум! Как настроение перед гонкой? Боевое. Пойдем в дом. Нужно готовиться к гонке. Дом Анвара напоминает гоночный гараж. Здесь мастера разного профиля готовят сверхскоростных ослов. Сегодня у них вдвое больше работы, потому что нужно подготовить не только болид чемпиона, но и осла для меня, новичка. Ассаламу алейкум! Ух ты, тут что-то интересное готовят. Это моя команда, знакомься. Это Дала. Дала, очень приятно. Вас зовут? Аним. Кому? Кому? Что это у вас такое в руках? Тоже расческа? Нет, это крепится на морду осла. То есть оно впивается прямо ему в кожу? Немного. Выглядит вот так. Так это ж больно, оно может впиться в кожу, оно острое. Это необходимо, чтобы остановить бегущего осла. А, вот как оно. Ослиные тележки тормоза не предусмотрены. Поэтому такой инструмент, можно сказать, заменяет педаль тормоза. Я смотрю, у вас вообще тут такой какой-то серьезный набор. Это все для осла? Да. Литр меда? Миндальный орех, целый пакет. Слушайте, чтоб я так жил, как ваш осел. Попробую еще сладкую морковку. Вот тут реально ты понимаешь, что у ослов-гонщиков, несмотря на то, что колючки впиваются им в щеки, жизнь сладкая очень. Я кусочек маленький. Не хочу оставлять ослов без допинга природного. Сладкая морковь. Ничего, что я откушу и верну осло-огрызок. Угощайся. Это сладкое яблоко. Друзья, хрустальное яблоко, оно аж прозрачное, если на просвет смотреть. Вкусно, нереально. Я завидую ослам. Вы себе такой завтрак часто можете позволить? Нет. Себе не позволяете, а ослам, пожалуйста. Если у вас есть любимое дело, оно не имеет цены. В общем, друзья, чем взрослее мальчики, тем дороже у них игрушки, и это в любой стране. Дорогие машины, мотоциклы, какой-то экстремальный спорт, парашюты. Кто-то коллекционирует что-то, а здесь вот увлекаются ослами. И это тоже дорогая мужская игрушка. Поскольку вы потратили на этот набор? 14-15 тысяч рупий. Это на 100 баксов тут лежит товара. Это очень дорого для Пакистана, особенно для такого бедного района. Какая здесь средняя зарплата у людей? От 15 до 20 тысяч в месяц. То есть месячная зарплата человека сейчас лежит здесь на мешках, на полу? Так и есть.
У нас, кстати, есть кое-какие украинские продукты. Можно вам добавить наших? Да, конечно. Вот наши грецкие орехи, я думаю, отличаются от ваших. Ай! Рассыпал. Попробуйте. Подходят для осла? Держите еще. Да, то, что надо. Смотрите, у вас есть свой мед, но украинский мед – это особенный мед, поэтому держите украинский мед. И вот то, что вы не найдете здесь – это семечки подсолнечника. Попробуйте, они хороши и для людей пощелкать, и, думаю, ослам тоже силы добавят. Спасибо большое. Но одними сладостями сыт не будешь. Поэтому на столе у гонщиков есть пакистанское ноу-хау, которое здесь используют, чтобы превратить ослика в реактивную махину. Вот самое главное – капельница. Вот, друзья, представьте, капельница для осла. Для того, чтобы добавить ему сил, витамины и аминокислоты. Что это такое? Укол тоже помогает добавить сил. А это что такое за ампулы? Это диклофенак. Нет, так это же обезболивающее. А зачем обезболивающее? Чтобы если у осла будут какие-то боли, они не мешали ему во время гонки. Представляете, делается все для того, чтобы во время гонки он не чувствовал боль. В частности, я так понимаю, боль от вот этого? И от этого тоже. Но больше от мышечных болей. Смотрите, друзья, то есть получается целая аптека перед тем, как начинаются гонки. Смотрите, шприцы, инъекции, капельницы. Сколько всего. Как в больнице. Вот диклофенак набрали в шприц. Туда же добавляют витамины, туда же добавляют другие противовоспалительные. Вот такое ощущение, что готовится какая-то медицинская спецоперация. Я себе такими гонки ослов не представлял. И проходят они, между прочим, друзья, в Карачи каждую неделю, каждые выходные. Получается, в шприце у вас где-то 8 миллилитров вот такой жидкости. Начинаем. Вот, передают самому старшему. Вот допинга – самое ответственное дело. Хоть это и делается в кустарных условиях, препараты здесь используют серьезные, а их передозировка может вызвать большие проблемы со здоровьем животного. Поэтому доверяют ввод препаратов только самым опытным. Видите, набирают еще кровь и вводят в вену. Вот, друзья, видите, открывают ворота, заводят осла чемпиона. Именно он сегодня претендент на победу. И сейчас его очередь получить укол. После внутривенного коктейля из обезболивающих и противовоспалительных ослам ставят капельницу со специальными витаминами, кофеином и аминокислотами. Видно, что ослу уже не очень комфортно. Он уже брыкается, его приходится держать сразу нескольким людям. Это точно не вредно? Нет, мы все делаем так, чтобы ему не навредить. Все, мы видим, пошла кровь. И надо понимать, что это соревнование. И сейчас еще в нескольких домах в этом районе происходит такой же процесс. Стимуляторы для животных по своему действию похожи на те, которые порой используют люди. Препарат этилефрин ускоряет сердцебиение. Кофеин, бензонат натрия возбуждает центральную нервную систему. А различные обезболивающие и противовоспалительные помогают мышцам работать на пределе дольше. А животному не чувствовать боли во время гонки. Все напряжены, потому что это не просто хобби, это стиль жизни и это еще и деньги. Делаются ставки, и победитель забирает весь куш, большой куш. Поэтому есть ради чего тратить среднюю месячную зарплату в этом районе на подготовку осла к одному забегу. Стимуляторами накачивают двух ослов, которые сегодня будут участвовать в гонках. Но уколы и капельницы – это только начало. Дальше животных ждет еще прокачка. Для массажа вот это с маслом, это для еды. Вот варенье, все его моют и измельчают. А зачем вы моете варенье? Чтобы не такое сладкое было. Смотрите, а тем временем готовы такие котлеты, которые сделаны из варенья и орехов, и меда. Это все вместе смешали, сделали такие котлетки. Вот этими котлетками будете кормить ослов, да? Да. Вот так, друзья, видите, дом суперзвезды ослиных гонок всегда полон людей перед соревнованиями. Приходят друзья, команда, болельщики. Анвар лучший, Анвар победит. Анвар, вы действительно популярный тут, конечно, человек. Нервничаете перед гонкой? Нет, я абсолютно спокоен. Пойдем кормить ослов. Вот, друзья, главный герой сегодняшнего дня, претендент на победу номер один. Вот ему дают шарик. Можно я его покормлю на удачу? Нет, может укусить.
То есть прямо перед гонкой насильно дают варенье. А почему варенье и сладости нужно съесть прямо перед началом гонки? После уколов ему будет полезна глюкоза. Здесь смешалось все. Любовь к животным и жестокое к ним отношение. Азарт, страсть и игры на деньги. Традиции прошлого, настоящего, будущего. Это просто какой-то невероятный коктейль. Через несколько минут все готовы. Осел под действием препаратов, команда в сборе, хозяин в особой гоночной униформе. На соревнования обязательно в белой одежде. Шеврал камис, традиционный наряд. Никакой защиты, в шлепанцах. Ну что, начинаем? Да, пора ехать. Друзья, выходим, все готово к началу гонок. Смотрите, какое количество ослов. На улице начинают собираться местные стритрейсеры. Уже сейчас можно сказать, что конкурентов будет много. О, мой осел! Вот он, какой красивый! Как зовут красавчика? Кокра. Быстрый, шустрый? Один из моих лучших. Уже не раз побеждал в гонках. Время поджимает, нужно спешить. Я беру своего ослика, отвязываю и иду в сторону трассы, где и будет проходить гонка. Похоже, весь район сходится посмотреть на наш необычный заезд. Это настоящее событие. Это одна из немногих возможностей побывать на каком-то ярком, экспрессивном мероприятии здесь, в этих местах для людей. Поэтому людей будет очень много, и люди обожают ослиные гонки. И сегодня мне предстоит нестись с бешеной скоростью на вот этом красавчике. Вот, друзья, вы видите, прямо на дорогу выходят все участники. Сразу тормозится движение, образуется пробка. Дорога заблокирована. Правда, не рабочий, выходной день. Обычно проходит суббота-воскресенье. Это нормально. Нужно спешить. Садись в машину. Так будет быстрее. Осла мы подгоним к месту старта. А в машине уже много болельщиков в нашей. Поехали вместе. Дети, забирайтесь, давайте. Давайте, 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 давайте. В нашу машину можно всем. Саня, поехали с нами. Гонщики со всей округи собрались вместе и большой колонной движутся к месту старта. Туда, где будет меньше машин и лишнего внимания. Потому что эти экстремальные заезды здесь вне закона. Не так давно полиция задержала в этом районе 8 человек во время нелегальных гонок на ослах. На кону у экстремалов тогда было примерно 800 долларов. Вот так вот это все выглядит. Вот почему меня попросили сесть в машину, потому что я медленно шел со ослом и тормозил процессию. А важно начинать срочно. Специально подгадываю время так, чтобы оно, во-первых, не попадало на время намаза молитвы, а во-вторых, чтобы было не так жарко. То есть это делается вечерами, перед заходом солнца. Похоже, что стимуляторы подействовали как нужно. Это еще даже не гонка. Ослы уже бегут наравне с тук-туками и мопедами по дороге, вообще не напрягаясь. Такой скорости я не ожидал. Надеюсь, мой заезд закончится без ДТП и травм. Здесь уже не скажешь, что ж ты такой медлительный, как осел. Нет, это другие ослы. Здесь наоборот стоит говорить. Ого, какой он быстрый. Быстрый, как осел. Колонну гоночных ослов со всех сторон сопровождают фанаты и зрители на мопедах. Тормози, мы на месте. Приехали. Посмотрите, впереди трасса. Вот здесь будет гонка. Паркуемся. Грандиозный старт! Грандиозной гонки! Уже приближается. Настраиваем наши болиды. Но только мы приблизились к линии старта, дорогу перекрыли автомобили с вооруженными людьми. Произошло то, чего мы боялись. Остановила полиция за то, что гонка нелегальная.
Анвар что-то обсуждает с правоохранителями. После долгих уговоров полиция не стала арестовывать гонщиков. Участников с их ослами заставляют разъехаться по домам. К сожалению, вот полицейские всех разгоняют. А часто такое бывает, что запрещают? Да, но обычно можно договориться. Сейчас они увидели иностранцев с камерами, поэтому не идут на контакт. А вы сами как договариваетесь, как между нами, когда нету никого? 2000 рупий, и они бы уехали. Нужно переносить гонку на завтра и менять место. Мужчины потратили месячную зарплату. Накачали ослов сильнодействующими медикаментами. Но все впустую. И удивляться нечему. Эти гонки запрещенные. И если местным жителям полиция дала поблажку и отпустила, то у нас, иностранных журналистов, которые начали снимать нелегальное мероприятие, проблемы только начинаются. Нас предупредили, что мы в опасности, что нужно срочно уезжать в гостиницу, потому что если заметили съемку, то надо в таком случае все материалы будет показать, удалить. Мы сейчас уже почти все карточки спрятали. Видите, что творится вокруг? Вот, и это все из-за нас. Саня, сделай пару кадров, но нужно быстро поменять карту. Все, ребята, поехали! Включили сирены и уезжаем. У охраны тоже есть разрешение на спецсигналы. Нам нужно быстро уезжать, потому что теперь уже ловят нас. Освободите дорогу. Внимание! Дай дорогу! Вот сейчас, наконец-таки, возникла ситуация, в которой нам пригодилась машина со спецсигналами. И машина, которая позволяет разгонять толпу, нам нужно реально удирать, потому что теперь за нами гонится полиция. Наш охранник тоже разгоняет, все помогают. Даже гонщики, которые с нами ехали, пытаются нам помочь, потому что всем очень обидно. Они понимают, что у нас сейчас заберут все съемки. И все, что мы сегодня сняли, пропадет. Пока, ребята, до завтра! Мы выбрались из пробки, и теперь у нас началась совсем другая гонка. Только не на осле, а на джипе. И не с подпольными гонщиками, а с полицией, которая едет за нами. Фарук, а как ты думаешь, реально могут забрать? Вообще по закону вас могут задержать. Но не волнуйся, они нас просто не догонят. Если говорит по закону, то имеют право забрать. За то, что мы снимали нелегальные гонки. Но если учитывать, как водит Фарук и какие у него бегалки, я лучше пристегнусь. По закону вам нужно было обратиться в отделение полиции этого района и получить разрешение на съемку такого мероприятия. Тогда бы вам дали 2 машины сопровождения и не трогали бы. Ну как можно получить разрешение на то, что нелегально само по себе и по своей сути? Для этого нужно попасть к главе участка и договориться непосредственно с ним. Полицейские ходили и снимали меня, оператора, гида и всех участников гонок на телефоны. Зачем они это делали? Они собирали доказательства, что ты снимаешь без соответствующего разрешения. Ну, и ты, и я же прекрасно понимаем, да, что все равно никто в жизни нам не даст это разрешение, пока мы не заплатим. Да, такие вопросы решаются только деньгами. Очень важно, друзья, иметь информаторов. И когда работаешь в таких странах, где, скажем так, законы могут трактоваться по-разному, мы работаем в Пакистане официально, у нас официальное разрешение, но здесь, в случае, когда проходят нелегальные гонки, нам сказали, ребята, у вас разрешение на съемку Пакистана, но тут-то гонка нелегальная, поэтому, соответственно, нам не разрешили ее снимать. Только из-за того, что мы работаем официально, нас, в принципе, не арестовали сразу, потому что я показал визитку одного большого дяди, генерала, сразу стали общаться по-другому. Все немножко поменялось, и дальше информатор говорит, ребята, сматывайте удочки, удирайте. Так что вот так вот впервые в жизни, друзья, я удираю от полиции с мигалками и с сиренами. Все, мы уже на территории другого района. Здесь те полицейские уже не смогут нас задержать. В этом районе уже другое отделение полиции, и, соответственно, здесь нас уже задерживать никто не будет. Мы здесь ничего не натворили. Опасность миновала, мы успели удрать. Не так страшно было, что нас арестуют,
как страшно остаться без видео. Благодаря вот этому суперводителю и его мигалкам мы удрали. Фарух, спасибо тебе. Это моя работа. Но мы не можем уехать, не увидев главное событие, ради которого был весь этот риск. Гонки на суперскоростных ослах. Остается один вариант, тот, что предложил Анвар, главный гонщик. Это завтра встретиться в другом районе. Я очень хочу увидеть, как проходят эти гонки. Мне очень нравятся улицы в Краче, они такие колоритные, хочется фотографировать. И основная камера на моем телефоне, а их всего 4, делает очень качественные снимки даже при недостаточном освещении. Сейчас попробую сделать фото улицы. С такой камерой всегда получаются качественные снимки. Класс. Это может показаться сумасшедшим решением, но уже на следующий день мы снова едем на встречу с подпольными гонщиками. Мы обязаны показать вам настоящую изнанку. Ведь такие мероприятия лучше всего показывают реальную жизнь жителей окрестностей Карачи. И такое точно не встретишь ни в одном путеводителе. Я не мог упустить шанс на один день стать частью древней традиции и экстрим-команды пакистанских мужиков. Нам уже сообщили новые координаты дороги и точки старта гонок. Мы спешим туда, куда обещают доставить и моего осла. Вот, друзья, новый день и очередная попытка поучаствовать в гонках. Ассаляму алейкум! Мы в другом районе, где, надеемся, нас сегодня полиция не прогонит. И мы увидим это чудо. Мы с вами прошли все этапы подготовки, увидели, как делают уколы и вводят допинг ослам. И они становятся агрессивнее, сильнее и азартнее. Мы подъезжаем к новой точке сбора на окраине Карачи. Я вижу нашего друга. Ассаляму алейкум. Участники и зрители уже на месте. Начинается важная часть соревнований. Вот, друзья, происходит самое интересное. Происходит процесс ставок. У людей в руках пачками, просто деньги пачками. 5000 на Анвара. А я тоже хочу поставить на Анвара. Вот у меня 2000. 2000 нормальная ставка? Да, ты можешь ставить сколько захочешь. Принимается. Вот второй участник. Здравствуйте, как зовут вас? Арун. Арун, сколько лет занимаетесь гонками? Лет 15-16. Сколько у нас на кону получается? Я дал 2000, ребята по сколько дали? По 5000 рупий. Те, кто ставили на победителя, забирают все? Или вы забираете победителя? Те, кто ставил, те и забирают выигрыш. Затем они могут отдать часть мне, сколько посчитают нужным. Таким образом, гонщик может заработать двумя способами. Сделать ставку сам, на себя лично. Либо, если денег нет, то с ним поделятся выигрышем те, кому он принес победу в этом подпольном тотализаторе. Сегодня гоняют на относительно небольшие деньги – 12 тысяч рупий. Это примерно столько же, сколько было потрачено на подготовку осла к гонке. Но бывают особые соревнования, где на кону тысячи долларов. Ставки сделаны. Пришло время гонок. Первыми едут Анвар и Арун, претенденты на звание чемпиона. А затем будет уже моя очередь проверить свои силы. Вот такая движуха! Перекрывается дорога! Мы сейчас параллельно будем ехать на нашей машине. Вот выстраиваются зрители. Сейчас будет старт. Мы должны бежать в кузов машины, чтобы увидеть, как проходят гонки. Ого, понеслись! Ничего себе скорость! Фантастика, посмотрите, что он творит! Люди пытаются догнать и увидеть вблизи это все. Он подгоняет его этой колотушкой. Реально, осел несется со скоростью машины. Очень быстро. Oh,
нагоняет, смотрите, нагоняет! Обгоняет! Смотрите, что творит! Анвар! О, стал бить ногой, босой ногой. Ну реально, надо на такой скорости упасть, это можно травмироваться сильно. Обгоняет, нет! Длина импровизированной гоночной трассы несколько километров. Каждый гонщик использует свою тактику. Одни сразу выжимают из своего осла максимум, чтобы занять лидирующую позицию. Но опытный гонщик Анвар поступает по-другому. Бережет силы своего живого болида, чтобы перед финишем сделать мощный рывок. Анвар вырвался вперед! Ура! Давай, 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 давай! Идет первым! Спасибо. Спасибо Аллаху. Только ноги немного поранил. Что, поранился? Покажите ногу. Давайте санитайзером смажу. Будет больно. Ничего страшного. Спасибо. Давай теперь ты готовься. Теперь моя очередь гнать. Друзья, мне обязательно нужно переодеться, потому что у осла нет тормозов. И падали абсолютно все. Поэтому мы сейчас переоблачаемся. Я переодеваюсь полностью в мотоциклетную экипировку. Автомобилем и мотоциклом я управляю давно и чувствую себя уверенно. Приходилось мне гонять и по спортивным закрытым трассам, специально предназначенным для гонок. Но скажу честно, сегодня мне страшно. Животное под допингом без тормозов может повести себя непредсказуемо в любое мгновение. А учитывая, что осел движется со скоростью автомобиля, огромные риски при падении очевидны. Ну что, я готов. Твой осел ждет. Я усаживаюсь на осла. Вот так, ноги сзади. Упор. Где колотушка? Где погремушка? Держи. Вот, тихо. У меня и так, друзья, в руках погремушка. И мы идем на линию старта. И вот начинается одна из самых неконтролируемых и поэтому опасных гонок в моей жизни. Времени на нормальные тренировки не осталось. Все спешат. Выходим на трассу и сразу старт. Я даже не успел пожать руку своему сопернику. Технику безопасности и управления буду вспоминать на ходу. У него нет тормозов, действительно! Ай! Он бьет, реально бьет меня! Давай, 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 давай! Адреналин и азарт зашкаливают. То, что я сейчас чувствую, невозможно передать словами. Кажется, вот-вот и маленькая тележка взлетит. А осел под действием стероидов, с моей точки зрения, уже несется со скоростью гепарда. Зрители сопровождают гонщиков на мотоциклах, иногда проходя буквально в сантиметре от меня. И самое страшное, у меня нет возможности ударить по тормозам. Жарко, тяжело, но скорость ого-го! Воспользовавшись тем, что меня снесло с трассы на встречную полосу, мой оппонент вырвался вперед. Только через несколько сотен метров я смог вернуться на правильную сторону дороги и попытался выжать полный газ из своего осла. Хоть я и новичок, но на несколько секунд мне все-таки удалось практически сравняться с профессиональным гонщиком. Давай немного еще! Я проиграл! Вот это адреналин. У меня такое ощущение, что я пробежал 20-километровку. Для первого раза очень хорошо. Ты молодец. Мужики поздравляют меня с дебютной гонкой. Все торопятся вернуться на линию старта. Чтобы избежать аварийных ситуаций, меня возвращают уже в качестве пассажира. Друзья, это просто невероятные эмоции. Это фантастика. И я вам скажу, адреналин бешеный. Скорость была реально
со ракетой 50 км в час. Я отстал, потому что осел выскочил на встречку. Я ничего не мог сделать. Чтобы надолго не перекрывать дорогу и снова не нарваться на вызов полиции, экстремалы проводят не больше пары гонок за раз и делают паузу. Шукрия! Это было невероятно. Алейкум салам. Ну как я? Дал, нормально? А, уже полиция приехала. Опускаем камеру, аккуратно. Давай туда в магазин пойдем, просто сядем. Спокойно, не бежим, не привлекаем внимания. Они попросили, главное, если будет полиция, давай на тук-туке отъедем в сторону, давай. Стой. От полиции удираем. Садись. Вот, друзья, подъехала полиция, и мы отъезжаем, как нас и попросили. Им самим проще без нас разобраться. Самое главное, чтобы полиция не видела иностранцев. Потому что тогда они не могут дать взятку и останавливают гонки. Нам нужно уехать. Мы поймали тук-тук, гид набирает водителя, который в нашем внедорожнике с охраной. Мы отъезжаем в сторону, вроде мы вообще просто не имеем никакого отношения. А едет, нас догоняет полиция, отпусти камеру. Снимаю шлем, подожди. Прикольно. За счет того, что мы взяли тук-тук, это было гениальное решение, да, Умар? Они в тук-туке нас не увидели. Пакистанские гонки на ослах все больше напоминают мне какой-то напряженный шпионский боевик. Погони, прикрытие и дерзкие уходы от полиции. Такого приключения от ослиного форсажа я не ожидал. Я снимаю защиту, ее надо убрать, потому что так я привлекаю внимание. Понятно, что я не просто так надел всю эту экипировку. Мужчина, спасибо за спецзадание. Подъехала наша машина. Все получилось, как и говорили гонщики в прошлый раз. Полиция приехала, гонщики договорились с ними на месте и всех оставили в покое. На сегодня гонки закончены, и мужики поздравляют победителей. Анвар в очередной раз подтвердил свое звание местного чемпиона. Вот она, церемония награждения. Все пускают салюты. Ура! Вот так завершается гонка. Анвар, это в честь тебя. Поздравляю тебя. Это шарики для тебя. Знаешь, это очень символично, потому что у нас есть добрый детский мультик, в котором ослик и И его любимый шарик зеленый. Спасибо. Давайте подбросим победителя в воздух. Перед тем, как попрощаться, не могу не подарить тебе. Это украинская вышиванка. Это чтобы ты выигрывал все бои. Символ удачи тебе. Спасибо тебе. Сколько ты заработал, сколько выиграл? 5000. Хоть Анвар и победил в гонке, его приз получился в несколько раз меньше, чем он потратил на подготовку осла. Но это его не расстраивает, ведь ослиные гонки – это не заработок, а стиль жизни этих мужчин. Ты очень крутой, ребята, я вас всех поздравляю. Я желаю, чтобы ваше хобби наконец-таки стало легальным, чтобы вас никто не преследовал. Спасибо. Мы делаем все возможное, чтобы получить официальное разрешение и место для таких гонок. Дай бог, чтобы в следующий раз, когда гости приедут в Пакистан, они просто приходили, покупали билеты и смотрели, и не прятались, чтобы все было разрешено. Гонка завершилась. Мы думали, что на сегодня опасность для нас миновала. Но наша охрана выглядит очень напряженной. Что-то происходит. Охранники дают сигнал нашему гиду, что нужно срочно заканчивать съемку и уезжать. Охрана говорит, давай быстро в машину, поехали. Почему? Почему? Опасно, там есть люди, им кажется, что нехорошие. Предвестник этого события произошел еще во время гонки. Но тогда, увлеченный забегом, я не придал этому особого значения. Что случилось?
Что-то опасное происходит. У нас охрана обеспокоилась, на вопрос почему рассказывать не хочет. Смотрите, приготовил автомат. Наш охранник заметил подозрительный автомобиль с вооруженными людьми. Но после того, как он направил на машину автомат, она исчезла. Но позже появилась снова. Мы быстро, давай, да, уходим. Давай, все, давай. Спасибо, пока. Пока. За нами следит белая машина. В ней люди с оружием. Нужно уезжать. Все. Видите, к сожалению, с этой съемки тоже приходится удирать вот так. Сейчас автоматчики держат стволы наперевес. А белая машина вот эта, да? Да, там вооруженные люди. Мы должны тебя увезти отсюда. Ситуация непростая. Я видел лицо охранника, который взял автомат, направил его наперевес и не отвечал нам на вопросы. Обычно он отвечает на вопросы. Потому что он увидел, за нами уже не первый круг едет машина, и он заметил у двоих людей пистолеты. И он заметил, что, ну, это несложно заметить, номера из Белуджистана. Это тот штат, где чаще всего берут заложники иностранцев. И очень опасное место. Поэтому вот так вот, к сожалению, приходится. Очень хотелось провести какую-то вечеринку, вместе посидеть, поговорить, поесть, выпить по чашке чая, но это Пакистан. Поэтому вот после такой съемки мы удираем. Мы выехали на трассу. Здесь уже безопасно. Все, видите, мы стали ехать спокойно. Теперь уже не гоним. Потому что Фару говорит, что уже на трассе общего пользования сейчас охрана и мы в безопасности. Но что это могло быть, никто не знает. И, к счастью, мы это уже не узнаем сегодня. Фух, друзья, продолжаются съемки в Пакистане. Самое интересное впереди. Не переключайтесь. Пакистан – это страна, в которой никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. Веселье приятной компании может за секунду смениться погоней и опасностью. Несмотря на это, Пакистан остается уникальным и невероятным местом. Здесь главным мужским развлечением остается не просмотр футбольного матча на трибунах, а настоящий экстрим, азарт и скорость. Причем совершенно не важно, где это будет происходить – на пустынном поле или посреди оживленных улиц мегаполиса. Местные мужики всегда найдут способ получить свою порцию и дозу адреналина. Они не готовы отказаться от древней традиции, даже несмотря на запреты. И с радостью рискуют всем ради спорта, которому посвятили свою жизнь. Готовий до подорожей. Suzuki Jimny – це пригоди та безумовна свобода руху. Відкривай світ разом із Jimny. Смотрите в следующей программе. Вас ждут невероятные пакистанские приключения по неделе. Мы узнаем, за какими развлечениями приходят на пляж, где нельзя появляться в купальниках. Опа! Круто! Испытаем самые необычные профессии пляжа Клифтон. Что, первый клиент? Побежали! О-о-о! Я уже плачу. Вмешаемся в нелегальные уличные бои. Бой мангуста и кобры. Стойте, 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 стойте! И постараемся спасти кобру. То, что я сейчас делаю, с точки зрения закона, может быть расценено неоднозначно. От которой потом будем спасаться сами. Вот она. А-а-а!